думал, заскочим туда, в аэропорту. А то валялись вот так. Осень, снег принесли. Делали, ничего не нужно. Там отработано до 12 метров. Ну, не везде же до 12. Ну, основная часть тяжелая, как отработано. По дорогу-то нет, нельзя же копать. Вот эти основные ямы. Короче, точно отработано, по большому счету. Надо копать в других местах. А на Стане, например, где-нибудь копать, но это трудно. На Дальний Восток ехать. Ездишь на это? Куда? Подорожно. Вот мы решили эту зиму решить. Отдохнуло будет всегда, потом. У меня есть несколько по лицо, которое очень сильно показывает. И это много. В том числе, я, кстати, покажу. Вот. Жильный гранат. Точка зарабатывалась на наждак. То есть на абразив. Вот, сегодня сделали мне. Красиво. Месяц назад нашел. Ну, соответственно, вмещающая порода. Гранат. Вот такой вот. Все классно добыли, после него через год завалило севером долину. Поэтому вещи уникальные. Ну и так далее. Thank you.
первым делом регулярно делаю. Привез, вот, стоят, приготовил полировку. Я специально не стал ставить большие маховики, потому что одна из идей, допустим, что я хочу использовать плагатом. Но одних чукотских будет внутри полки. Догадываешься? Свет добрый, да? Нет сегодня минералов. Что, все есть? И что, разыгрывается? А, этих нету. А, нету, да? Разыгрывающих нету. Это такая суматоха, что вот только успели за месяц уже это подготовить. Ага. Каждый год образцов все больше и больше. Как здоровье, папа? Везли сюда, не довезли, вот возможность поехали. Шахту, которую мы копали в начале 90-х, где-то до горизонта 6 метров мы опустились, потом рассечку били. Она где-то около 5-6 метров длиной. И вот самые лучшие камни именно гетит, вот этот резирующий, оттуда. Потом мы пошли, рассечка закончилась, мы пошли ниже, но там уже ничего не было, мы бросили. А вот нельзя его в руки взять, посмотреть, как он резирует? Да там ничего особенного нет, вот тут желтый такой есть. Опечатан. Синтот. И вот этот один вы нашли, да? Нет, почему? А, много? Несколько ящиков такого материала стоит. Это один из самых лучших. Это гетит вот это, да? Да, да. Вон тот гетит. Желтенький, да. Золотистый. Не было, к сожалению, не было образца, где был бы крупный кварц и крупный гетит. Есть отдельно хороший кварц, есть отдельно хороший гетит. То есть там есть к чему стремиться. Сейчас там второй ствол восстанавливают, и там работают. Там же дверь, там же два ствола. Один может, а там еще товарищи. Он решил возобновить, там работает. Может появится материал. Нет, это знаменитый человек Коля Манин. Это который его упал и сломал две ноги, да? Ну, этого я не знаю так настолько подробно, но он ее нашел, восстановил, сделал знаменитой, она же была забыта, он там был школы, жил там фактически, это его образец. Он сейчас как? На 1 мая курсе института не работает. Для меня это такой легендарный человек, для меня это как легенда. А Сосун, у него друзья были, соответственно. Это про какой минерал говорили? Пушкинит, кацный. А, кацный. А у вас прозрачный есть с дихроизмом? Это прозрачный, я не прозрачный, да, такой темный. И дихроизм у него проявляется? Проявляется. Есть отдельные кристаллы пушкинита, да, дома. Такие, да, хорошие. Все показать невозможно. Камни там по одному с точки. В этом году они выпускали? Нет. Календарь. Как-то работы много. Ну, он денег все-таки стоит.